В общеобразовательной школе номер 61 города Владивостока для учеников начальных классов провели урок по безопасности дорожного движения. Детям рассказали о правилах, которые должны соблюдать водители, пассажиры и пешеходы. Также они познакомились с дорожными знаками и увидели байкерскую экипировку. С начала года в Приморском крае получили травмы более 400 несовершеннолетних, 9 из них погибли. Летний период был очень жарким, и начало года учебного тоже, к сожалению, нам дает тяжелые показатели по статистике. По погибшим у нас в каждой категории есть погибшие. Это и водитель велосипеда, и мотоциклы, и автомобили, и пассажир, и пешеход. И в большинстве своем происходит ДТП по причине нарушения правил именно взрослыми. То есть дети на самом деле у нас знают правила дорожного движения, а вот родители, они, к сожалению, нарушает, и все это приводит к тяжелым последствиям. Нам рассказали о дорожных знаках, как переходить дорогу, как надо одеваться в яркую одежду, как надо одевать светлые вещи, чтобы тебя замечали. На этом уроке я узнала, как нужно тормозить на мотоцикле, как нужно одеваться для мотоцикла. И со скольки лет ребенок имеет право арендовать электросамокат. Профилактические мероприятия проводятся в образовательных учреждениях ежемесячно. За каждой школой закреплен сотрудник ГАИ, который помогает детям и их родителям возобновить в памяти правила дорожного движения. Артем Белов, Диана Иванова, новости на восьмом.